23 февраля в России поздравляют защитников Отечества. А во времена СССР праздник назывался День Советской Армии и Военно-Морского Флота. И именно этот день 1918 года принято считать днем рождения Красной Армии. Тогда войска большевиков начали массово вступать добровольцы. Здравствуйте! Простая история о том, какой боевой путь прошла наша непобедимая и легендарная за более чем 100 лет своего существования. Создание Красной Армии происходило в условиях неизбежности гражданской войны после Октябрьской революции 1917 года. Весь 1918 год велась активная подготовка, создавалась структура подразделений, проводилось обучение военнослужащих, формировался командный состав войск и соединений. Руководил всем этим Лев Троцкий, назначенный главнокомандующим в марте 1918 года. Вопреки расхожему мнению, в Красную Армию активно переходили царские офицеры и генералы. Около 30% дореволюционного кадрового состава пошли служить большевикам. Принято считать, что первой крупной победой молодой Красной Армии стал разгром армии Юденича на Западном фронте. Но если верить документам, то армия генерала Юденича была разбита из-за предательства эстонских частей, которые неожиданно бросили фронт. Когда русские солдаты, отступая, подошли к эстонской границе, власти их не пустили, отобрали теплые вещи и поместили за колючую проволоку. В октябре 1919 года армия большевиков под командованием Михаила Тухачевского разбила силы белогвардейцев адмирала Колчака, того самого предателя, присягнувшего английской королеве. За год до этого царский золотой запас, а это 40 вагонов чистого золота и драгоценностей, попал в его